Проведение конкурса «Юнг Алые паруса» среди учащихся младших классов в нашем районе уже стало традицией. Конкурс посвящен памяти основателя клуба юных моряков «Фрегат» Александра Александровича Кравчины. Подробности в нашем следующем репортаже. Для юных поклонников морской романтики нет ничего интереснее, чем продемонстрировать свои знания в области морского дела. Актовый зал 12-й школы заполнился славянской детворой. В конкурсе приняли участие 10 команд школ города и района. Может быть, здесь сидят будущие мичманы, офицеры, адмиралы российского флота. Спасибо вам огромное за то, что вы делаете. Спасибо детям за то, что вы сделали такой выбор для себя. Спасибо родителям, которые вам помогают. И спасибо, конечно же, педагогам, которые этим всем занимаются. И, как говорят на флоте, 7 футов под килем и в добрый путь. Участники конкурса неравнодушны к героическому прошлому российского флота. Они изучают морские традиции и охотно применяют полученные знания на практике. Он ударник чужеземных берегов, храбро бился в окружении врагов. Бился так, что свои раны не считал, но сдаваться неприятелю не стал. Не бывать ему во вражеском плену, крейсер сам ушел в морскую глубину. И в России, на родной его земле, не забудут о геройском корабле. Я с друзьями провожать их прибежал, выше всех пожог Андреевский держал. Я на флоте самый маленький моряк, а на ленточке написано «Моряк». Ребята отгадывали ребусы, отвечали на вопросы викторины, завязывали морские узлы, семафорили флажками, азартно состязались в перетягивании каната. Болельщики горячо поддерживали свои команды. Основатель клуба «Фрегат» Александр Александрович Кравчина – это наш бывший педагог. И мы не можем не вспоминать о нем в год педагога и наставника. Отделение технического творчества хранит традиции. Хранит историю, хранит память. Поэтому сегодня этот конкурс, этот детский праздник состоялся. Главная задача конкурса – популяризировать среди юношества профессию моряка, прививать любовь к морскому делу, воспитывать в подрастающем поколении патриотизм. Районный морской конкурс «Юнг Алые паруса» дает увлеченным ребятам все возможности, чтобы выступить ярко и убедительно, показать свои умения работать в команде. В итоге первое место завоевала команда «9-й вал» из 18-й школы. Второе место у «Фрегата» из 17-й, а третье место получила команда «Флагман» 12-й школы. В номинациях «Лучшая эмблема команды» и «Лучшие болельщики» признание получили участники из 16-й и 18-й школ. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, Константин Монастыренко. Программа «События».